МТС, первый из российских сотовых компаний, попытается исполнить закон Яровой. Об этом пишут сегодня в «Ведомости». Гендиректор компании NorCitrans, она производит системы для оперативно-розыскных мероприятий в телефонных сетях и интернете, так называемые СОРМ, рассказал газете, что сейчас готовится пилотный проект. Будут тестировать оборудование, которое необходимо для исполнения нового закона. С кем из операторов связи будут работать, в NorCitrans не раскрывают, но источники «Ведомостей» говорят, что это МТС. И сейчас оператор связи готовит пилотную зону в одном из крупных российских городов. В действующей редакции этот закон требует от сотовых и интернет-компаний с июля 2018-го полгода хранить интернет-трафик, содержание звонков и СМС абонентов. Сами операторы предупреждали, что цены на связь после вступления закона в силу могут вырасти. Кроме того, много разговоров идет о том, что новые требования очень сложно исполнить технически.